просто пример. Вот поплясали, попрыгали, была обещана еда нормальная. Вместо нормальной еды, ну чай, ладно, налили. И вот такисенький пирожочек дали, типа. И я говорю так, ребята, а есть, кушать мы сегодня будем? И у меня одна девочка удивленная. Так говорит, мы ж поели. Я говорю, это вы ж поели. А мне вот такисенький пирожочек, это вот на один зубик. То есть он просто, вот на мой взгляд, ни хера не вполне себе обещают. То есть покушать это нормально, навалите мне тарелку вашей чертовой вегетарианской каши, даже мясо у вас не открыто. Ну навалите мне вот такую бадью, иначе я тут сожру все, что ползает. Вот меня конкретно это выбивало. Чё за коммуна, где пожрать нехер? А он, ну типа, все, да, Сережа, ты против всех. Я говорю, какую? Мне дискомфортно, какое против всех? Мне вот это вот, что я что-то делаю, блядь, зашибись. Опять я вам поперёд. Ну просто мне вот это коммунство вот такое. То есть мне тупо поесть надо нормально. А еще он пытался это, я сейчас все про него расскажу однозначно. Значит, тоже выезд где-то загородный дом. Значит, а давайте, говорит, сдвинем кровати и все толпой чуть не под одно одеяло ляжем. Нормально, ты еще групповуху тут устрой. То есть, извини, это что, в спальных, ночевальных трусах буду с незнакомым. Не, я, конечно, все понимаю, но, извини, меня вот это вот, типа, тут рядом девки в одном исподнем, типа, ну, я не удержу тут в руках, я их щупать начну. Ну, и я вообще устал, испахичу, то есть, мне это как вот это, тело хочет спать, а тут что-то будет. Нафиг, говорю, идите, я вот, типа, слава богу, что вы ушли в этот, ну, там, такое как-то, холл такой, вестибюль в этом доме. Комнаты были свободными. Все, я ушел в одну из комнат, говорю, иди нафиг, чем хотите тут занимайтесь, я хочу тупо спать. Я так классно выспался, они там хер знает чем, мне не важно. Тут проблема больше не в коммуне, а в подходе, потому что я тоже знаю немножко эту кухню изнутри. И, допустим, я, насколько понял, он часто на продуктах экономил. То есть там денег это собрал и купили там дешевую какую-нибудь фасоль, что-нибудь там, гречку еще там намешали. И получается еще и мало. Ну, мне не было, допустим, мало еды. Мне на пару не очень вкусно было, да, еще там какие-то. То есть у меня, в принципе, к нему нареканий особо нету. Но все равно там иногда чувствовался, что подход, ну, можно было бы повнимательнее, позаботиться. Хотя он старался над ним должно. Кое-что делал хорошо, кое-что там, может, у него даже классно получалось, там движухи такие собирать. То есть, кроме него, в нашем городе вот такой деятельностью, ну, так активно и, в общем-то, результативно никто практически не занимался. О, вожу, что он это делал. То есть, через него я со многими классными людьми интересными познакомился. Такого, типа, да, круто, потусили весь день, но ночью спать мне нужно вот. Есть же у эзотериков такая штука, что... Вот, что спать нужно... Спать вот в своей ауре. Что, да, вот, что нельзя в чужой ауре, там, все. Ну, можно, но это чревато просто, это... Так, энергии перемешиваются, да, и ты теряешь вот, себя. Даже я это почувствовал, что, типа, ребята, вы тут толпой, но вы меня за день уже вот так вот забодали. Я вот, ну, в комнату, если я ушел, кайф, никто не может храпеть, там, пердеть, и меня не будет это парить, что, типа... А однажды, кстати, он мне предъявил, также в купольном доме, что-то, ну, типа, да, толпа, тусовка. Что-то он какую-то шутку отпустил. Из шутки я понял, что ночью я, оказывается, пускал газы, когда сплю. А он мне еще поганка такая, претензии, что, ну, типа, это не по-мужски. Я думаю, какую ты мне мужественность нужна? Ты кто такой мне за мужественность тут прогружать? Да, блядь, мое время, я тут насрал вам кучу еще, что хочу, то делаю. А! Он сам вегетарианской едой, кстати, накормил, от него часто газы бывают. Вот в чем дело, то есть, пожалуйста, я сожру вашу траву, но, пожалуйста, не предъявляйте, что я пердеть потом буду, как целый взвод этих самых солдат. Как целый взвод стройбахов. Как раз, это же как раз, мне кажется, это же девочки же не пукают. Вот именно что, да, то есть, типа, а мальчики делают, что хотят. Ну, блин, фига, то есть, еще не все пукают. Типа, мол, нету пространства, где спать, идите нафиг, ночью я тело не контролирую. Скажите, спасибо, что я тут вам кучу не навалил, вот так вот. Ты сильно не расслабляйся, без кучки везде. Девушка, с которой мы дружили, такая очень духовная, эзотеричная, и поэтому при этом она смачно пукала. Еще так это еще не комментировала, это так вот с удовольствием. Такая духовная. Эзотерики тоже пукают. А, какая прелесть. Да. Ну, как-то так. Нет, как на это...